читаю ваши отзывы и сразу же отвечаю. Где написано про дегтярную воду, где почитать? В интернет-газете на моем сайте Малахов.ру. Я уже об этом писал, говорил. Зайдете в раздел газеты и посмотрите там. Я не помню номер какой. Так, люблю Малахова и следую многим рекомендациям, но довольно затянутое видео. Я ответил, снимать, как писать, говорить и прочее искусство. Не удается пока лишь более-менее работать с информацией, так сказать, доходчиво ее излагать. А вот что касается видео снимать, это своего рода искусство. Я его только осваиваю. Вот Норман пишет. Геннадий Петрович, много раз пробовал очистить полевую форму жизни, не получается дыхание. Не могу дышать долго. Абсолютно уверен в существовании полевых паразитов и до чего они могут довести человека, например, к друзей и родственников. Очень хочу освоить технику дыхания. Не получается хоть тресни. Первое, смотрите, самое главное. Здесь мы очищаем полевую форму жизни не от полевых паразитов, а мы ее очищаем от прошлых психических переживаний, эмоциональных переживаний, которые оставили в нашей полевой форме жизни тот или иной энергетический сгусток. Потому что эмоция образуется внутри нас, она сворачивает энергию, она остается в виде следа, вот, грубо говоря, в толще нашего энергетического тела. А так как энергетическое тело пронизывает физическое тело, то она как раз, этот зажим эмоционально располагается в том или ином отделе. Чаще всего в руках, лице. И дальше пошло в район печени, район там поджелудочной железы и прочее, прочее, прочее. То есть мы здесь очищаемся не от полевых паразитов. Мы очищаемся от последствий эмоциональных переживаний. Это надо четко понимать. Но это дыхание может обнаружить полевого паразита, который имеется в нас. Но что касается его выведения, увы, это требует совершенно иного подхода. Как-нибудь я расскажу, насколько я понимаю, что это за подход. Спасибо вам за ваши ценные советы. Обожаю ваши передачи «Малахов Плюс». Кстати, «Малахов Плюс» было сделано 1000 с лишним передач. И вот в своих видео, они, конечно, не такие большие и, возможно, по информативности намного отстают. Но, тем не менее, я уже приближаюсь к 1000 передаче. Рома Фомин. Петрович, насчет чеснока делаю поправку. Он, если доза большая, больше одного маленького зубчика, то боли поджелудочной гарантированы тем, у кого панкреатит. То есть, вот как раз панкреатическая железа, она заведует пищеварением. И чрезмерная стимуляция приводит к тому, что вызывает боли. Поэтому во всем должна быть мера. Так, и последний комментарий. Спасибо вам большое за ответ на мой комментарий, видеоролики по поводу чеснока, яблочного уксуса и так далее. То есть это я сделал. И вот как раз высказался по поводу того, что может делать полевая форма жизни. Каждое оздоровительное средство, оно может делать что-то. Я бы не сказал бы одно, но целенаправленно она действует против чего-то одного. Поэтому его надо применять. Вот что касается голодания. Вот голодание, как универсальное средство, оно действует против всех. И полевых паразитов в том числе, и
на многие физиологические функции. На этом я заканчиваю.